слышу вас Это почему-то сейчас. Катя, это Это Ярик, это Софья, это Ралиф, Илья. это Илья на связи. Илья, привет. Понимаете, какая Ралифа команда? хорошо слышу, остальных все. Это канал ДБРУ. Это Это канал ДБД, ДБД. да, это ДБД. Что? Илья, я тебе что хотел сказать? А, теперь вообще Господи, еще у меня голова уже лопнет. Одновременно что-то. Все, теперь я вас хорошо слышу, да. Илья, что жалко говорю? Жалко, что нет кроссплатформенника на картинке. Тогда мы смогли поиграть. Ну, спокойно. На плоечке бы, да, вообще легко. Ты на плойке, я на компе, и спокойно бы поиграли. Да. Выбрать кого? Надо что-то придумать. Да. Я что-нибудь придумаю все-таки до отпуска. Против кого? Я думаю, что против Ани, потому что мы не видим да. подсказку. Скорее всего. Это либо Аня, либо кто у нас там часто бывает? Легион? Легион, да, может быть. Госфейс? Ну, Фейс, может быть, кстати, поскольку он сейчас уже был, мне кажется, повторно они бы не стали показывать. Мне кажется, Хотите Аня. Хотите прикол? Mm-hmm. Да, давай. Давай-давай. Установил ассасина? В нем нет русского языка вообще. Бывает. Это новый какой-то? Нет, старющий. Может, у тебя просто... 13-го года. Может, у тебя просто версия такая без русского типа? Да. Хотя бывает такое? Да нет. Я выставил у себя в этом, чтобы в лаунчере, чтобы на русском языке устанавливались все версии. Санкции, Илья, санкции. Что, Илья? Зачахший остров. Я первый раз тут, ребят. О, я Софья. О, я знаю эту карту. О, Ралиф. Здорово. Я пошел сразу. Против кого? Дима Горгона были здесь. Да. А, я вспомнила. Блин, а мы чиним дальний генератор, между прочим. Ну ладно. Я вижу три. Я знаю, где они. Если что, я туда пойду. А с кем я чинил? Со мной. Блин, я еле-еле прохожу реакцию. Надо. Это. Таня. Не кури так сильно, пожалуйста. А ну сзади, уходи. О, как это? Это не Аня, это призрак! А, это призрак? Конечно! Я колыбельную что-то слышал. Какая колыбельная, она тут колокольчики свои включает. Может, она просто мимо пролетала? Бляха, за мной бежит. Да не беги ты за мной! Ушла! Ушла, бляха-муха! Блять! Ну все, положил. Вон, далеко. Ничего, ты вы убежали. Мы с Ралифом дочинили генератор. Куда ты меня? Идти тот дочинил. Молодцы. С Катей это чинили. Да в смысле? Ну я вешу, в общем. Ничего, Катя, ты делаешь благое дело. Ой, пока он на тебя отвлекался, они уже генератор починили. Тут есть этот. Как его зовут? Тотем. Вопросики. Кто ко мне бежит? Софья, ты бежишь? Если слева от тебя, то да. Он где-то здесь. Да, не ходи пока. Можно. Мимо меня пробежал. Ярик, если это ты там бегаешь, то он в твою сторону побежал. Ок. Это я? Смотри, это у меня? Да. Я вижу, как ты приседаешь. Мерси, господа. Ярик, так что говоришь, голос у меня вообще, да, по одному месту пошел. Ну, не сильно, конечно, но заметно чуть-чуть. В смысле, что с него голос? Он рядышком. Мне говорят, кажется, подсел. Он... Ну, мне кажется, чуть-чуть прям изменился. Не знаю, как я это заметил, потому что давно вас не слушал. Софи, меня пизда, я увожу его. Уходи, Софи, уходи. Уходи. Он меня будет хватать, убегай. Короче, я умру в этой катке. Фан факт, я умру в этой катке. Неудивительно, да? Выбрал меня жертвой. Туда сзади, да. Ай, чуть-чуть не хватило. В инвиз ушел, ребят. К вам бежит. Тихо. Меня не спасать. Бесполезно. Он у нас. Да.
Блин. Да, задел. А почему палетка не ронялась, я понять не могу. Возможно, фальшивая, я не знаю. Бывает такая. Нет, фальшивая не бывает. О, спасибо. Ты хочешь генератор? Ты хочешь поставить тотем? Он ушел в инвиз. Я не нашел тотем. Софья говорит, он где-то рядом. Ой, ролейф положили. Ты здесь? Ты рядом? Ты близко. Вы вообще в фазму играли? Да, один раз я их затащила. Два даже. Он к вам бежит. Он видит хилящихся? Заебись, конечно, у него перк. Нет, он не видит, наверное, хилящихся. Мы были далеко слишком, чтобы он видел. Но я его не слышу. А есть тотем где-нибудь? Да, сейчас Ярик поставит. Нет, я не вижу тотем. Там в той стороне. Где вот мой крюк? Он тут, он у нас. Где мой крюк был, да, где ты меня снял? Там за этим домом есть тотем, слева где-то. А, все, понял. Он, кажется, за мной. Нет. Беги! А, за тобой? Бегу. Понял. Развлекаются. Если не они надо где-то похилиться, у меня инструменты, блядь. Я еще тотем. Софья, это ты спрыгнул? Я спрыгнул. Почему Софья? А, ты спрыгнул. Почему Софья находит тотем, а я нет? Почему я нахожу пиздюли и все находят? Нашел тотем, нашел. Похоже, самый правильный, конечно, но ладно. Есть тотем. Миссис Воробушек, у вас первый подвес? Да. Понял. Короче, возле меня. Ой, я как раз возле тотема. Возле тебя есть тотем? Да. Он в мою сторону бежит? Он прям возле крюка. Так, в мою сторону бежать не надо. Софья, он же не кемпит? Он где-то недалеко, кошка на дубах. Ну, к тебе бежит Ярик. Ярик, ты уводишь? Да, увожу. Супер. Да, я бегу к Софье. Не приводи его к Софье, пожалуйста. А, я застрял. Он ко мне идет. Не ходи. Уведи его, пожалуйста, Ярик. Блин, надо хоть что-то чинить, ребят. Он в инвиз ушел. Да пошел ты. Жизнь одна. Я тебя сейчас тоже принимай. Ладно, не принимай. Бляха, можно же не кемпить, а? Я сейчас поживу. Ну что, ты меня ищешь, что ли? Потерял? Чешу. Повад. Он меня потерял тоже. Хочу кусты. В инвиз ушел, ребят, осторожно. Угу. Он у меня. Блин, этот инвиз, это, конечно, прям имба. Он за кем-то гонится? За мной. Где Софья висела? Да, я тут рядом как раз сижу. Убежать не успел. Он в инвиз ушел. Там, где Софья висела? Ага. Колокола звенят. Я подставляться не буду. Пока что. Да не надо, он меня ушел от меня, что. Он опять в инвиз? Ушел. Да. Я уже по звуку научился определять, как он в инвиз уходит. Он за мной. Бля, нихера. А зачем ты машину бьешь? Что тебе машина сделала? Да видишь? Да, я за машиной, за соседней. А, да? Да. Что тебе машина сделала, слышишь? Пока. У меня тут уроки мансов, ребят. Блять. Че? Дед напугал.
Настолько. Ой, я прям на него вышел случайно. Ярик, не веди его сюда, пожалуйста. Ладно, окей, понял. Он еще у меня. Да ты бегаешь рядом с генератором, который я пытаюсь починить. Бегайте, пока я в шкафу сижу. Пережду я ваш беготню. Ребят, вы там чинитесь? Угу. Ага, хорошо, молодцы. Ярик, ты ушел? Нет, вижу. Нет. Вас. Вижу. Вижу ваши веселые забеги. Я просто глядусь. Я вожу. Спасибо, я выхожу. У нас фейерверки вам устраивает, все что. Я возле главного здания. Хорошо. Как если он на тебя отстанет? Хорошо. Ярик, не говори им, что ты? Ну, у ворот есть еще. В смысле у ворот? Там есть генератор? Да. А в смысле, блядь? Блин, знаешь, где ворота? Да. Ну, вы, короче, на другом конце карты, я так чую. Да. Короче, полностью в противоположном углу от ТТМа. Хорошо. А, как? В смысле, нет? Это я в противоположном углу от ТТМа. Я все еще бегаю, если что. Хорошо, мы чинимся. Если по диагонали брать. Мне кажется, он будет меня фейскемпить. Я к починенному генератору пришел. А я с другой стороны. Он от меня ушел. Так. У меня пока нет его. Надо найти. Кошка в полном спокойствии. Он на главной дороге? Это Катя что-то чинила сейчас? Куда бежать? Я чиню. Не надо сюда бежать, не надо, я дочиню. Не надо, не бегите сюда. Из-за главного здания бежать. Стойте около ворот. Надо найти его. Готово. Отлично. Где ворота? А, ну вон, подсвечивается уже. Ярик, ты чё? А, я вижу. Да я не могу смотреть назад, мне нужно смотреть маньяка и на ворота. А, ну, окей. Извини, пожалуйста. Ой, мне пизда! Он за мной. А, он за тобой, так я ворота открываю. Открывай, тогда я пошла к ответу. Если что, я убегу, если что, бегу к твоим, Катя, если что. Они ближе. Ну, я стою, открываю. Стою, открываю, открываю. Открывай, да. Открываю. Я вожу. Я скажу, когда открою. На писечку. Нет, открывай полностью. Все, Ярик, все. Софи, ты уходишь? Я ухожу, Катя, я ухожу. А я тоже ухожу. А Софи, ты уходит, нет? Она убежала уже. А, ты с других ворот убыла, что? Я у других была, да. Все, супер. Я уж испугалась за тебя. Он мне буста дал. А, вдогонку тебе там? Да. Ух, что себе, я выжил. Ох, у него перки. Хищник. Хищник, хуищник. Ищейка. Разбитая надежда. Секущий здесь крюк. Я не знаю, что они делают. Секущий крюк, прикиньте. Угу. Ну как-то он слабенько с нами сыграл, как будто бы нет. Нет такого ощущения. Ярику за мансы столько баллов дают, столько очков крови. Нифига себе.